Добрый день. Сегодня я расскажу вам, как варить черничное варенье в походных условиях. Ну, прежде чем варить варенье, надо собрать саму чернику. Давайте отправимся в лес. Ну, мы сегодня, конечно, немножко опоздали, потому что собирать чернику лучше всего на рассвете. Почему на рассвете? Потому что ягода, она достаточно мелкая, и собирать ее долго. Лучше черника растет по берегам рек и озер, потому что ягоды в условиях нашей северной природы тяготеют к воде. И собирать ее лучше крепко покушав. Да. Взяв с собой все необходимое. Мы взяли все необходимое? Куда ты дел? В этом деле она не помощник. Да. А мы еще сделаем черничную водку. Не только варенье. Удивительно полезная ягода. Но мелкая. Лучшая черника растет на вот таких вот молодых кустах с крупными листьями. Ягоды здесь самые крупные, самые сладкие. Ну, конечно, варенье с такой ягоды не сваришь. Невозможно. Тём. Ну, не сваришь. Приготовление в том, что когда собираешь для варенья, надо меньше класть в рот, а то процесс затянется. Чего меньше класть? В рот. А, ну это... А то процесс затянется. Ну это да, это нет, это понятно, да, можно это понятно, это понятно. Это понятно. Лучше всего так. В тени, потому что ее там лучше видно. Нужно приподнять кустик, потому что видно, и посмотреть на свет, потому что все ягоды видны, а иначе их бывает не видно. Собирать снизу кустика. Не сваришь.